Обоянский уезд Курской губернии. В царское время один из самых крупных на территории региона. До революции его площадь превышала 3500 квадратных километров. В начале 20 века эти земли заинтересовали историков. Первое исследование провел профессор Дмитрий Самоквасов и обнаружил крупный город времен становления Киевской Руси. Для тех лет находка стала настоящей сенсацией. В 1909 году по материалам исследований был выпущен «Атлас Гочевского городища». На страницах издания все, что смогла найти экспедиция Самоквасова. Сегодня сведений и экспонатов намного больше, ведь археологи возвращались на комплекс вновь и вновь. Потому что это город, существовавший почти 400 лет. Основание его датируется концом 10-го, начало 11 века. То есть он, в принципе, современник нашего Курска. Первое документальное упоминание – 1096 год, летописный город Римов. Впервые о нем можно прочитать в поучении Владимира Мономаха своим сыновьям, а потом и в слове о полку Игореве. На протяжении длительного времени там последовательно этот город расцветался, пережил период своего расцвета, в период, когда он находился на очень оживленном трансевропейском торговом пути из Киева в Волжскую Болгарию. Споры о местонахождении Римова идут до сих пор, но в пользу Гочевского городища говорит немало фактов. Это явно древнерусский город. Почему? Потому что общая площадь только посада, неукрепленной части города, городского посада, превышает 11 гектар. По древнерусским меркам это очень-очень большой город. На посаде уличная планировка, раскопки жилых домов и усадеб еще впереди. Но магнитометрические исследования уже сейчас дают немало информации. И вот эти исследования выявили аномалии этих построек, которые сейчас скрыты в земле, которые нам не видны глазу, но которые видны для приборов. Вот. И сейчас, по крайней мере, мы можем сказать, что там точно существуют три улицы, которые нам удалось проследить. Город пережил монголо-татарское нашествие. Территория была присоединена к Великому княжеству Литовскому. И в Гочево появилась новая крепость. Не просто оборонительное сооружение, замок. Замок, который призван был охранять юго-восточные рубежи, новые границы расширившегося Великого княжества. Исследования этого периода в истории городища ведутся с 2004 года. Литовский город был построен примерно в 70-е и 80-е годы 14 века. Уже в начале 15-го он прекратил свое существование. Исследовать памятник с такой узкой хронологической датой, памятник, построенный в очень короткое время, конечно же, представляет большой-большой интерес. Раскопки 2013 года не принесли большого количества находок, но к такому результату археологи были готовы. Ведь главной целью были оборонительные сооружения. Исследованы там были деревянные рубленые клети, некоторые из которых были отапливаемые. То есть там внутри находились люди в зимнее время, готовили пищу, грелись, то есть вот гарнизон. Немного артефактов, зато масса важной информации. Ученые установили, крепость была построена в рекордные для того времени сроки – всего 2 года. И даже во время строительства гарнизон стоял на страже. Он никуда не ушел, они там жили, они там ели, и остатки пищи, кости они бросали вот туда вниз, подвал. Это во-первых. Во-вторых, гарнизон крепости в этот период времени пережил, по крайней мере, одно нападение. Кто разрушил твердыню, когда состоялся роковой бой? Существует несколько версий. Самая правдоподобная – 1399 год. Когда после битвы на Ворскле войска Великого княжества Литовского потерпели поражение от татар в ходе вот этого вот набега, последовавшего за поражение на Ворскле, вполне возможно, была взята эта крепость. Битва на Ворскле произошла в середине августа. Крепость под Курском тоже пала в теплое время года. Печки были
тщательно вычищены, промазаны были, но после этого, то есть подготовлены к отопительному сезону, но после этого больше не затопились. То есть это произошло в теплое время. Еще один факт. Материалов начала 15 века на Гочевском городище за десятки лет исследований обнаружено не было. Даже нумизматический материал, который мы там обнаружили, монеты, обнаруженные в сгоревших постройках, даже они конца 14 века, самая последняя дата, которую мы там зафиксировали, это монета Тахтамыша 1392 года. В пользу главной версии исследователей говорит и оружие, найденное во время раскопок. Предметы вооружения, которые встречаются в Гочево, они все достаточно узкодатированы. Это все они датируются второй половиной 14-го, концом 14 века. Установить возраст оружия и доспехов можно с точностью до 10 лет. Мода, она сейчас изменчива, а тогда мода диктовалась не только изменчивостью женского вкуса, но и необходимостью совершенствования военных доспехов, как наступательных, так и оборонительных. Наконечники пик и стрел, накладки и пряжки на сумку, детали конской сбруи. Все это говорит о том, что в этой крепости находился гарнизон, в котором, скорее всего, были не просто рядовые пешие дружинники, но и тяжело вооруженные всадники. Исследования возобновятся в следующем сезоне. План раскопок уже намечен. Исследует еще один кусок, еще один участок площадки городища. Причем это участок, который непосредственно примыкает к въезду на городище. Это будет представлять очень-очень большой интерес, потому что, скорее всего, противник ворвался именно вот в этом месте, собственно говоря, в крепость. Поэтому мы ждем необычных результатов.